Закончился матч с участием команды «Авториала Гарант». 6-1 победили автомобилисты. У нас в студии руководители и тренера команд Александр Комаров и Илья Вахрушев. Илья, ну такое сложилось впечатление, что даже, наверное, 50% сегодня играя удалось победить. Во втором тайме играли уже по счету, отдали инициативу сопернику или как? Ну да, на самом деле начали как-то очень вяленько. Не хватало Андрея Канчера, нашего главного тренера. Не хватало его на нас снова, потому что все-таки я от этих всей деятельности отошел уже. Начали вяло, как бы, и мне, честно говоря, именно так сказать, наша игра не понравилась. Выполнили просто установку, то, что нам нужно было победить обязательно, как бы, потому что мы все-таки хотим остаться в семерочке до конца первого круга. Да, играли вяло, как бы, но счет устроил, как бы, все забили 6 мячей, как бы, никаких вопросов нет к парням. Все молодцы, победили, идем дальше. Очередная победа, очень неплохо для дебютного сезона. Сам доволен и игрой, и положением команды. Ну да, конечно, доволен, как бы, с учетом того, что в основном я смотрел так по статистике те команды, которые выходили в Суперлигу из там высших дивизионов раньше, там из премьер-лиги, они обычно были где-то внизу, как бы мы идем на 7-м месте, в высшей части турнирной таблицы, поэтому я думаю, к нам больше вопросов никаких нет, почему мы здесь, как и так далее. Все, молодцы, красавцы, идем на 7-м месте. Надеюсь, что будем в пятерке, как изначально были задачи у нас перед сезоном. Поэтому посмотрим, у нас сейчас впереди игра с фантазией, и там миллион рост, там кто там еще у нас, Доста. Будем там заверть очки, постараемся, и посмотрим, что будет. Ну, если у «Авториала» все хорошо, уже мысленно набирают очки в будущих матчах. Саша, как у вас продолжается серия с поражений? Не знаю уже, что спрашивать. Какие выходы видишь? Или уже голову опускаете? Нет, голову мы не опускаем. Ну, сегодня довольно неплохо играли-то. Счет, в принципе-то, не по игре. То есть, как-то в конце там рассыпались, пропустили. При счете 2-1 в пользу соперника у нас было несколько хороших моментов, забей мы их, как бы игра бы сложилась по-другому. Ну, время и день не очень удобны для нас, так как у нас, в принципе, 11 на 11 люди играют на город в этот день. И у нас, ну, видно, что 4 человека совершенно, которые лидеры команды, в принципе, должны тащить. Они никакущие, уставшие и так далее, плюс погодные условия. Так понял, еще пару футболистов, наверное, не доехали, просто в протоколе указал? Конечно, да, то есть как бы у нас плюс еще сегодня много, опять же, основных не было. Вот, ну, те, кто был, спасибо ребятам, что приехали, 10 человек, довольно не самый плохой сбор. Я же говорю, опять же, использовав некоторые моменты, ну, игра бы сложилась по-другому, потому что, в принципе, наверное, ну, Гарант неплохо сегодня играл. Спасибо сопернику за игру. Игра неплохая, но счет явно не по игре. Расскажи про переход Тони Атажанова. Перешел он в трансферное окно из «Фантазии». Нужен был вам нападающий с уходом Барабаша и Дубаса. Тот игрок, которого планировали, планируете на него ставку в дальнейшем? Ну, мы просто, можно сказать, прошляпили прошлое трансферное окно, потому что я просто находился не здесь и не мог как-то контролировать процесс. У нас ушло 4 человека, они заявили мне кого. То есть, как бы это вообще была очень печальная потеря. Ну и сбор видели, да, то есть у нас по 8 человек со мной в воротах. Это ерунда, конечно, так в Суперлиге играть нельзя. Вот, но сейчас посмотрим, вот пришел нападающий, он живенький. У нас еще есть несколько человек, они сломаны. Вот, будем смотреть, будем готовиться. Илья, Марков вновь забил, сегодня забил 3 мяча, уже в лидерах, наверное, списка Суперлиги бомбардиров. Подведем итоги после этого тура. Может ли быть, на твой взгляд, какая-то, может, Маркова зависимость у «Автореала»? Ну, конечно, забивают другие футболисты, но я так понимаю, что важно очень наличие такого форварда в команде, или ты как оценишь? Ну, Серега пришел, как бы, и стал лидером команды, да, как бы, то есть на него, в принципе, идет игра, а, по сути, как бы, он играет практически все матчи без замен, как бы, поэтому, ну, не сказал бы, что у Маркова зависимость какая-то есть, как бы у нас все ребята достаточно приличного уровня, как бы, потому что собирали... Все равно футболист, который цепляет, создает, да, отдает. Ну, конечно, да, нет, конечно, он лидер команды, как бы он лучший бомбардир на сегодняшний день, на сегодняшнюю секунду, как бы, я думаю, что он еще забьет, ну, до первого круга, как бы, надеюсь, что будет лучшим бомбардиром вообще по итогам всего чемпионата, потому что парень очень классный, как бы, это наш близкий товарищ, как бы, друг, как бы, и еще и к тому же очень хороший футболист. Если мало ли кто-то из других команд пометил его блокнотик, что им хочешь передать? Да, я думаю, навряд ли получится, потому что у нас также есть тема мотивации, поэтому менять команду там на другую какую-то, ну, не вижу смысла никакого, и, как бы, в принципе, у Сереги хорошие отношения, у нас с Серегой хорошие отношения, я думаю, что навряд ли он куда-то уйдет. Ну, все, в футболе возможно, но я надеюсь, что так не будет. Никогда не говори. Никогда, я так вот
терял игроков нежданчиков. За сутки до закрытия трансферного окна. Ну, как бы да, за сутки до закрытия. За час. Да, ты теряешь, как бы, по факту, основного нападающего, лучшего, одного из лучших в лиге, в принципе. И еще несколько человек, которые, в принципе, очень полезны команде. Это был сюрприз большой, да, как бы, не поставив меня как-то в известность, как руководителя, капитана команды. Ну, так неправильно, как бы так не делается. Может, пора вернуть Дубаса, что-то за район не играет? Ну, это его личное решение, человек сам принимает свой выбор, да, как он хочет. Ну, его решение перейти в район, просто человек решил двигаться дальше, но двигаться дальше, я, в моем понимании, это переходить в какой-то, ну, топ-клуб, так называемый. Но это, наверное, Золотой, там, Доста, да, либо этот Миллион Рос, там что-то такое, команда, в верхней части таблицы. Выбор человека, опять же. Вот. Сегодня мне еще не понравился судишка, как бы очень много ошибок, кучу мелких ошибок, которые он просто не видит. Если человек вышел судить в Суперлиге на поле, будь добр выйти этот час отработать на хорошем уровне, а не пропускать каждые моменты. То есть, ну, он стоит в 10 метрах, не видит банальные вещи. Человек бьет в ногу, от него уходит мяч в аут. Он показывает туда. Ну, как это можно не заметить? Человек перехватывает мяч рукой, играя, с этого момента мы получаем гол. Ну, как-то более собранно нужно на его месте выходить и работать. Футболисты выходят на поле работать, показывать игру, он выходит работать, судить их. Будь добр, суди, пожалуйста, нормально. Я не говорю, что он послужил сопернику, просто он очень много ошибался. Хотелось бы в дальнейшем видеть более квалифицированное судейство в лиге. Учтем эти пожелания. Да. Спасибо за это.